Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться. Сегодня у меня для вас рецепт очень вкусной и быстрой закуски для пикника. Ее можно взять с собой на дачу, на пикник, на работу или просто приготовить быстрый перекус дома. Нам понадобится специальная булочка пита, творожный или сливочный сыр, любая зелень и какая-нибудь ветчина. У меня была ветчина из индейки. И сначала приступим к зелени. Зелень нужно хорошенько помыть и обсушить. Можно это сделать с помощью специальной центрифуги или промокнуть бумажным полотенцем. Затем зелень просто мелко рубим ножом. Я использовала обычный укроп, но вы можете взять ту зелень, которая вам больше нравится. Теперь берем мисочку, перекладываем в нее творожный сыр и смешиваем с нарубленной зеленью. Как вы поняли, это будет начинка для нашей питы. Кстати, здесь можно использовать не только сливочный или творожный сыр, а взять, например, рикотту, маскарпоне или даже обычную густую сметану. Теперь займемся питами. Берем теплые питы, их предварительно можно разогреть 20 секунд в микроволновке и разрезаем их пополам. В получившуюся кармашку питы складываем творожный сыр. Не жалейте, начинки должно быть много, мы же для себя готовим, правильно? Кстати, мы как раз таки подогревали питы для того, чтобы в них было легче сложить начинку, потому что пита, когда теплая, начинает больше раскрываться, и кармашек становится удобнее. После того, как смазали все лепешки творожным сыром, начинаем внутрь укладывать ветчину или какую-то другую колбаску, которая у вас есть. Все готово! Вот такой классный и очень легкий рецепт, он получится у всех, даже у тех, кто совсем не умеет готовить. Потому что питы можно испечь дома самостоятельно или же купить уже готовые в магазине. Кстати, они продаются, мне кажется, во всех супермаркетах в отделе для хлеба. Такие закуски можно приготовить с разными начинками. Можно внутрь класть соленую рыбу, куриную грудку, какое-то мясо или просто овощной салат. Это всегда будет вкусно. В общем, экспериментируйте и пробуйте. Я была рада поделиться с вами этим рецептом. Подписывайтесь, ставьте лайки, а я пойду перекушу.